Всем физкульт-привет! С вами Александр Маркелов, и мы продолжаем наши тренировки в домашних условиях. Сегодня я вас познакомлю с так называемыми триадами. Триада – это комплекс физических упражнений, состоящий из трех разных физических упражнений, которые направлены на развитие и укрепление различных мышечных групп. Количество повторений каждого упражнения может варьироваться от вашей физической подготовки. Я сегодня буду непосредственно работать по 5 повторений в каждом физическом упражнении. Выполнять данные триады можно по кругу. Можно сделать 2, 3, 5, 10 кругов. Опять же, в зависимости от вашей физической подготовки. Ну что, готовы повторить вместе со мной? Если готовы, тогда вперед, что называется, за орденами укреплять свой организм. Если вам понравилась наша тренировка, не забудь подписаться на мой канал Спортактивист. Жми колокольчик, чтобы не пропустить следующую тренировку. Как говорится, не болейте, занимайтесь спортом и всем всех благ. Всем спорт! С вами был Александр Маркелов. Пока и до следующей тренировки.